По словам польского писателя и философа Станислава Ежелеца, мир не существует, а поминутно творится заново. Всем привет, с вами Зергобот и Тяжелое время. Уважаемые любители тяжелого металла, к сожалению, благодаря жлобской политике Warner Music Group, я не имею возможности показать вам хотя бы отрывки клипов или продемонстрировать аудиозапись Born of Osiris. Поверьте мне, эта группа стоит того, чтобы потратить на нее свое драгоценное время, поэтому буду показывать ссылки по мере рассказа об этом коллективе. Все мы знаем, что древнеегипетская мифология наполнена странными и страшными существами, к примеру, тот же Анубис, способными на диаметрально противоположные поступки. Так и музыка Born of Osiris наполнена весьма неожиданными проходами, остановками и рифами, что весьма вероятно должно символизировать суровый и непостоянный нрав древнеегипетских богов. Итак, Born of Osiris – металкор-группа из Северного Чикаго, основанная в 2003 году. Сами музыканты определяют свой стиль как смесь трэша, прогрессива и мелодик дезметал. Прежде чем взять свое окончательное имя и лирику, которая базируется на мифах об Осирисе и его сыне Горе, парни основательно попрыгали на сцене под совершенно другими именами, пока наконец в 2007 году не устаканились на Born of Osiris. Если сравнивать записи группы в начале их творческого пути в ипостаси Born of Osiris и последний полноформатник 2016 года Soul Sphere, можно услышать заметный рост группы в музыкальном плане. Заметно шире композиция, более продуманные остановки, более весомый вклад электроники в общий саунд группы. Очень порадовали атмосферные соляки и вообще гитарная работа Ли Маккинни. За время существования группа выпустила 4 полноформатника и 2 епишника, причем последний, вышедший в свет в феврале 2017 под названием The Eternal Rain, является собой релиз и пересведение первого, вышедшего в 2007 году, The New Rain. Надо признать, удачное. Звук не в пример чище, я бы сказал прозрачнее, но без потери тяжести. Стало четко слышно завораживающую ритм-секцию. Клавишные добавляют саунд ту самую изюминку, без которой эта группа была бы просто одной из многих. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить очередной выход тяжелого времени. Возвращаясь к эпиграфу сегодняшнего выпуска, мир не существует, а поминутно творится заново, хочется добавить. Друзья, давайте вместе творить историю. С вами был Сергей Литвяк, АК Зергобот. Увидимся.